наших труб идет необычный дым. Стой, опасная зона, работа мозга. Ваша дума, ваша дума. Приветствую вас, мои дорогие подписчики, те, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. В этом видео хочу представить вам разбор песни Виктора Цоя, которая называется «Башетун май». Вот я ее немножечко сыграл по-своему, поэтому заранее прошу извинения, значит, вот, за такой свободный немножко пересмотр этой песни. Итак, давайте я вам сразу покажу вступление. Что касается боя, то здесь играть мы будем... Давайте сначала бой разберем. Вниз, вниз, вверх, глушим. Вниз. Вот таким вот боем я предлагаю сыграть. В этой песне всего два аккорда. Это аккорд А, четвертая, третья, вторая на втором ладу, и аккорд F, M, DS. Это баре на втором ладу, и далее на четвертом, пятая с четвертой струной. Мы чередуем эти два аккорда А, два раза А и два раза F, M, DS. Так на протяжении всей песни. Вот. Итак, вступление. Вступление мы ставим аккорд А, далее играем пятую с третьей в правой руке. Потом у нас идет бой. Здесь вверх глушим. Еще разок. Пятая с третьей. Вниз вверх глушим. И опять пятая с третьей. После этого, как мы сыграли пятая с третьей, вниз вверх глушим, потом сыграли пятую с третьей, далее мы играем пятая со второй и опять играем бой. Вниз вверх глушим, еще раз повторим сначала, пятая с третьей, вниз вверх глушим, пятая с третьей, пятая со второй, вниз вверх глушим. И опять пятая с третьей. После этого мы переходим на аккорд F, M, DS. Здесь мы играем шестую со второй уже. Большим пальцем шестую и вторым вторую. И опять бой. Сверху глушим. И потом шестую с третьей уже. После этого тоже шестую со второй. Но вторую мы поджимаем на этом аккорде на третьем ладу вторым пальцем. И опять бой. И сверху глушим. Потом шестая с третьей. Идем дальше. Опять аккорд А. Играем пятую со второй. Бой. Пятая с третьей. Пятая со второй открытые. Бой. Третья на втором. И аккорд FMDS. Играем выше, вверх, вниз. Далее подставляем на этом аккорде палец второй на третью струну, на третий лад. Сыграли три удара вниз, вверх, вниз. Удар вверх, четвертый, мы отпускаем вторую струну. И отпускаем на пятом ударе вниз барре. Итак, постарайтесь запомнить, я вам сыграю сначала. Вот на этом аккорде можно сыграть не шестую с третьей, а шестую с четвертой.
заглушить вы можете либо вот так ударить на струны, либо вниз вверх, вот так вот, кистью, открытой кистью по струнам и заодно по корпусу. Еще разок повторим вступление. Шестую с четвертой или четвертой. Дальше у нас идет сама песня. Вот здесь три куплета. Первый и последний куплеты состоят из четырех строчек. Вот они поются в обычном, значит, виде. Вот. Второй куплет, он поется речитативом. Состоит у нас, по-моему, значит, из девяти строчек. Вот. Ну, здесь нужно просто петь по слуху. То есть запоминать, как именно слова там начинаются. Давайте споем с вами первый куплет. Аккорд А. Посчитаем, сколько раз у нас будет на первой строчке. Раз, два. Два раза аккорд А. Далее идет аккорд F, M, D, S. Раз, два. И так на каждой строчке. Два раза аккорд А сыграем и два раза аккорд F, M, D, S. Итак, поехали. Первая строчка. Тот, кто в 15 лет убежал из дома, говорят, что не поймет. Всю песню. Мы пьем чай в старых квартирах, ждем лета в старых квартирах, в старых квартирах есть свет, газ, телефон, горячая вода, радиоточка, пол, паркет, санузел, раздельный, дом кирпичный. И далее идет одна семья. Последний куплет. Все говорят, что мы вместе. Все говорят, но немногие знают, в каком. Вот здесь правильно сказано. Причем в каких годах это было сказано, ничего изменилось. Друзья, мы до сих пор с вами находимся в этом месте. Вот, точнее, не мы даже, а вся наша страна. Итак, идем далее. Из наших труб идет необычный день. В конце песни идет, значит, такой припев, хотя его можно петь после каждого куплета. Башутунмай на одной строчке, всего лишь, точнее, из одного слова эта строчка. Thank you.
песня Виктора Цоя «Большой тон май». Играйте на гитарах и наслаждайтесь музыкой.